Окленд? Что еще за Окленд? Оттуда я родом. Это наш крупнейший город. Кофе готов. Я уж даже устал ждать. Самый вкусный кофе на горе. Ну, в этом я сомневаюсь. Кучерам нравится, а пассажирам не особо. Многие считают его слишком крепким. В горах не бывает слишком крепко. Благодарю. Ну, что скажешь? Es un bonito detalle, se ve auténtico. Está viejo. ¿Qué? No podemos confiar en este viejo pitorro. Claro que podemos, hombre. Nada más convéncelo de que confíe en nosotros. Sin estos dos fatsos here, se va a ver muy vacío. ¿Sí? Нет, в нем что-то есть. Немного, но что-то. Что думаешь, Пит? Сарпер, пожалуй. Придаст плану убедительности. Ладно, поговорю со стариком. А вы соберите тела и сбросьте в колодец. Распрягите лошадей, отведите в стойло и накормите. Постой. Распрягать лошадей – это довольно легко. Но таскать этих жирных ублюдков туда-сюда затруднительно. Ладно. Это магазин, так что здесь должна где-то быть ручная тележка. Начните с лошадей. И как только я закончу с этим дряхлым пнем, приду и помогу вам. Идет? Эй, Пит, возьми мое пальто, ладно? Я начал тут работать. Чем бы вас ни разозлила Мини, я в этом не виноват.